Обычная использованная батарейка таит в себе огромную опасность. Если ее правильно не утилизировать, она может разлагаться около 100 лет, при этом выбрасывать вредные вещества. Как утилизировать такие бытовые отходы, узнаем прямо сейчас при помощи юных экологов. Одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли, она очень влияет на здоровье человека. Она может вызывать онкологические заболевания, разрушение головного мозга. Севшая батарейка может основательно посадить здоровье, ответственно заявляют юные экологи Хабаровска. Они восстали против отслуживших и окисляющихся аккумуляторов. В авиагородке провели акцию «Осторожно, батарейка». Ребята предлагают всем встречным позаботиться о чистоте природы. У нас в микрорайоне проходит акция «Сдай батарейку, не выбрасывай яд в землю». И батарейки можно будет сдавать, например, даже вон тот магазин, который стоит рядом. Там находится специальная банка, в которой они хранятся в течение 5 лет и не разлагаются. Спасибо большое. Специальные пункты по приему севших аккумуляторов школьники разместили почти во всех магазинах авиагородка. Так об экологической акции в момент узнала почти вся округа. Их там очень много. Килограмма 3. Многие жители поддержали идею юных экологов и теперь в магазины заходят, чтобы выбросить батарейки и уберечь от вреда окружающую среду. Кидывают туда батарейки. Очень часто приходят люди. Акцию «Осторожно, батарейка» провели при поддержке городской администрации. В мероприятии задействованы 13 трудовых отрядов из железнодорожного района. Это почти 200 ребят. Мы планируем, что эта акция не умрет вот здесь на трудовых отрядах, что она дальше пойдет и выйдет на город и будет более широкое распространение этой акции. Собранные батарейки школьники намерены утилизировать по всем правилам. Вообще, единственный завод, который перерабатывает батарейки, находится в Челябинске. Ну, и там отправляют так. То есть вы будете посылками туда? Ну, да. Наверное, не мы. Ну, кто-то другой. За чистоту экологии Павел Игошин и Василий Ермаков. Программа «Настоящее время».